Итак, всем добрый вечер, точнее, уже, наверное, скорее всего, уже ночь. И сегодня, вот сейчас время без 4 минут 9, и у нас закончился рабочий день. Хороший, продуктивный рабочий день, в принципе, как и все остальные. Я думаю, что у вас тоже продуктивные дни. Еще раз, да, что такого интересного? Ну, температура у нас 7 градусов, погода комфортная. Ну, пошел дождик, поэтому не судьба мне, значит, вылечиться. Ничего страшного. Что говоришь, мальчишка? А, и тебя вылечит. Да, и меня вылечит. Но давайте с вами посмотрим такие моменты, да? Что я сегодня хотел сказать? Ну, я сегодня наконец-то купил, так скажем, подарок, который буду разыгрывать 31 числа. Да-да. Все, теперь у меня это есть. Потом, получается, кто у нас по ипотеке проходит, ипотечники, тоже для вас подарок я сегодня сделал. Тоже подарок я нашел. В общем, все нормально. Осталось мелкие подарки для тех, кто просто у нас будет, ну так скажем, какие-то поощрительные призы, что ли. В общем, вот так вот это все будет. Еще раз повторюсь, была идея разбить большой подарок на маленькие, ну, чтобы было больше. Потом посмотрел, думаю, нет, все-таки ценность подарка в том, чтобы он был большой и классный, да? Вот так вот. Можно разыграть, не знаю, там, много там кружек, чайников, сковородок, но я думаю, лучше... Пускай это будет iPhone, телевизор и так далее. Ну и что у нас такого интересного в городе Сочи происходит? Город Сочи живет, многие... Конечно, вчера так получилось, вчера весь вечер провел с таксистами. Таксисты, конечно, здесь тоже те еще. Ни один таксист, который здесь работает, все здесь работают не местные, они элементарно ни один, так скажем, дом не знает, и при этом получается всегда по старой традиции сочинской: «Арюги, покажешь?» Я говорю: «Конечно, покажешь». Самое тяжелое — это когда вызываете такси, особенно Яндекс такси. Это тяжело вам именно взять и сделать так, чтобы водитель приехал к вам, особенно если вы не знаете, где вы точно находитесь, да, например, вызываете вот именно через программу, то каждому водителю приходилось объяснять, куда заехать, как заехать, зачем заехать. И самое интересное, таксисты, они настоящие, так скажем, ну, настоящие таксисты. Они еще к вам едут за 3 километра, но уже начинают вам названивать, чтобы вы стояли под дождем на улице, чтобы ждали. Вот так вот. Какое такси хорошее, какое плохое, да? Я на многих такси здесь, ну, покатался. Однозначно сейчас сделаю свое заключение. Может быть, оно верно, может, неверное. Смотрите, Red Taxi у нас, наверное, здесь самый первый такси, который появился. Но у них самые плохие машины. Ну, реально, самые плохие машины. Я больше предпочитаю Red Taxi не вызывать. Хотя цена примерно одинаковая. Дальше что у нас? Есть у нас Get Taxi, Uber Taxi, да, и Яндекс Такси. Но я считаю, это три основных монстра. Еще есть такси Максим. Но такси Максим тоже пару раз я попал с не очень хорошими машинами. Хотя там цена выше, их хорошо вызывать, да, когда у вас, например, ну, вы горите что-нибудь или еще что-нибудь. Хотя, посмотрел, Яндекс Такси довольно-таки быстро приезжают, и с водителем пообщался, где же им комфортно работать. Им комфортно работать, конечно, в GetTaxi, потому что в GetTaxi там, как бы, появился один тарифный план, и он не меняется. Яндекс Такси замучишься, говорит, смотреть, когда, какие цены, какие у них акции, говорит, и все. Как утверждают водители, все акции у них, так скажем, за счет водителя. Ну, это все водители всегда так рассуждают. Дальше, что мне еще поведали водители, что очень низкая цена доехать, например, с центра Сочи до центра Адлера. 800 рублей, говорит. Мы, говорит, никогда в жизни, говорит, меньше, чем за 1000 рублей не ездим. Но это их право, ссылается на то, что приезжают в один конец, а с другого конца они просто порожняком. Но я думаю, что они немножко привирают, потому что сам я руководил такси, знаю, что такое. Поэтому я могу сказать, что очень много, когда ты вызываешь из Яндекс такси, ты видишь машину, которая рядом находится, и обязательно к тебе едет куда-нибудь дальний. Почему? Да потому что ближние считают, что, ну, не совсем рентабельные и так далее. Сразу скажу, есть вариант здесь такси, это эконом, да, 49 рублей идет минимальный проезд. Есть у нас, получается, комфорт. В комфорте у нас получается 199 рублей минимальный, да, проезд. Но комфорт приезжает гораздо быстрее. Чаще всего машину комфорта от некомфорта вы вряд ли сможете отличить, если брать по Яндексу, потому что у Яндекса ряд требований, и, так скажем, просто так там, ну, просто не получится брать и
какую-то разбитую машину взять и поставить. Дальше что еще? Конечно, все машины в основном идут наемные. Наемные, что, в каком плане? Твоя машина, ты пришел, программу поставил и начал по ней работать. И, конечно же, так скажем, есть у нас и плановые машины, так называемые, да, которые идут с разрешением, все. Ну, мне, в принципе, без разницы, что и как. Но чем мне понравилось Яндекс.Такси, что можно оценить работу водителя. Если водитель как бы себя не особо хорошо повел, ты можешь поставить ему единичку, и больше он к тебе не приедет. Вот такой вот секой, он к тебе больше не приедет. Ну, не знаю. В принципе, так, с одной стороны, хороший, интересный вариант. Что еще интересного по такси? Ну, в такси как бы жалуются, говорит, там, да, говорит, мало остается, все, но вот, вчера я 4 раза, говорит, двигался на такси, и все 4 раза водитель жалуется, все, ну, говорит, ну, блин, ну, остается трешка, 3000. Ну, если мы 3000 умножим на 20 дней, ну, они имеют в виду чистыми, всегда, как всегда, они привирают в меньшую сторону, чтобы над ними жалились, дали там чаевые. Это понятно, что зарабатывает таксист 60 тысяч рублей. Я могу сказать, что это те водители, которые без особого, так скажем, без особого фанатизма, которые берут и работают. Поэтому что я могу сказать? Зарабатывать можно. Другое дело, что я понимаю, что в такси идут все, кому не лень. В том плане, что, ну, блин, не совсем то, что я хочу, конечно, от них увидеть, от них услышать. Ну, не знает ни адреса, ничего. Поэтому, как бы, я еще раз, когда прокатился на такси, понял, что я, как бы, хорошо знаю город, я молодец. И, конечно же, ну, так вот, самолюбие немножко, так вот, немножко, даже самооценка поднялась, да, особенно по Сочи. Ну и, что у нас, ого, что-то у нас еще включилось, ну-ка, о, здесь, наверное, не совсем удобно. Так вот. Поэтому даже если вы приехали и не знаете город, да, то можно, в принципе, попробовать поработать в такси. Я думаю, что вы без хлебушка не останетесь, 100%. 60 тысяч, в принципе, если даже 20 дней он работает, да, 5-2. Хотя, ну, мы уже с вами рассмотрели, что все нормальные люди работают 6-1. Ну, нормальные, это в кавычках, так скажем, нас жизнь заставила работать 6 дней. Работаешь, один день отдыхаешь, да. Конечно же, в такси работа не сахар, в целом есть и культурные порядочные водители, да, есть, которые непорядочные, есть у нас славяне, есть у нас не славяне, те, так скажем, которые даже разговаривать не могут, им очень тяжело что-то объяснить. Последний у меня вчера такой был водитель, но, еще раз повторюсь, они молодцы, они не сидят на попе ровно, они берут, выезжают и зарабатывают, и не ноют, что нет работы. На вопрос, почему двум водителям спросил, почему ты работаешь в такси, а не в какой-то другой сфере, два водителя мне, потому что я 4 раза двигался на такси, два водителя мне сказали, что просто другой работы нету, да. Я спросил, какая специальность, ну и специальность у нас, у меня много специальностей, я там во всем профессионал, но работы нету. А двое сказали, что они любят свободу и им нет желания там работать на дядю. Я говорю, а здесь как? Он говорит, а здесь я хочу, беру, хочу, не беру. Вот у него там 3 телефона, несколько разных программ, и вот он выбирает, да, где работать, где не работать. В целом, как бы, тоже подчеркнули, что они там далеко, ну, особо далеко за заказом не едут, потому что, в принципе, говорит, заказов хватает. Другое дело, что пожаловались, что расценки не те, да. Ну, я могу сказать, что вчера у меня за 4 поездки я посмотрел, что 1000 рублей. Ну, не знаю. Не знаю, ну, движение я проходил, там, домой я ехал, там, не знаю, минут 10, наверное, не больше, там, так же, как я сюда сейчас ехал, да, с того же места, даже меньше получается, да, вот мы сейчас засекли с вами, там где-то 7 минут потребовалось, тем более вчера позже ехал, потом, получается, в центр я ехал, тоже там, может быть, минут 15, ну, в общем, я считаю, что за час работы, получается, если час плотной работы, то это... Конечно, ну, 1000 рублей, там, ну, минус там 20%, пускай заказа мы возьмем максимальный, то 800 рублей остается, да, минус горючка, пускай еще минус 150 рублей. Ну, за час 500 рублей довольно-таки неплохо. При этом, конечно же, они отказываются от коротких заказов, они постараются, как мы тоже все 4 водителя сказали, они пытаются поймать Красную Поляну, пытаются поймать аэропорт,
пытаются поймать там дальняк какой-нибудь, так называемый, да, простонародье, дальняк. Ну, не знаю, как бы тоже. Ну, как моя практика показывала, когда я садился в роль таксиста, то, в принципе, можно зарабатывать и на мелких заказах, да, но очень много, да, можно ждать один крупный, да, и на нем заработать. Вот у меня сейчас, например, по работе, у меня нет такого, что там, если там у человека там 600 тысяч рублей или 700 тысяч рублей, я все от него открещиваю, все, и брать его не буду. Нет, я беру всех, как бы есть такие, скажем, хорошие продажи, у которых сразу большая маржа, есть, которые, ну, много продаж мелких, у которых мелкая маржа. Я, конечно, стараюсь, ну, все заказы, так скажем, у меня как таксисту тоже приходит заказ, да, через Битрикс или звонок, и я должен этот заказ исполнить. Поэтому, ну, что я могу сказать? Ну, тоже я стараюсь быть хорошим, так скажем, таксистом в кавычках, чтобы меня рекомендовали, да. Вот сейчас я могу сказать, что у меня вот на этой неделе, да, вот на этой неделе, у меня сейчас именно повторные продажи, да. У меня прям человек буквально 2 недели назад покупал Босфор, сегодня купил другой жилой комплекс. Прям буквально неделю назад забирал Дом у озера, сегодня купили еще один новый объект, да. Уже, ну, как бы вроде получается, вот такая штуковина получается интересная. Поэтому что я могу сказать? Уже потому что у нас есть доверие, уже все, звонок, все, Максим, есть такой объект, да, ну все, отлично, давай найдем. Только я буду на родственника брать, ну ничего страшного, все сделки мы дистанционно делаем, поэтому ничего там плохого нету, ничего в этом сложного нету. И так гораздо проще. Еще раз говорю, потому что я все, что продаю, это все ликвидное, я продаю то, что, от чего может быть легко в последующем избавиться, если вдруг вы захотите избавиться, да, там, расшириться и так далее. И, конечно же, ну, нравится, что вот такая процедура происходит. Самое интересное сегодня я в чате увидел, в Грин-парке втором появились перепродажи. Уже я смотрю, потому что нет видовых квартир, уже накидывают там 10 тысяч рублей за квадратный метр и уже спокойно продают. Я понимаю, что они брали еще дешевле, в общем, уже перепродажи уже пошли. Но я смотрю, вроде не мои перепродажи, мои, так скажем, клиенты еще выдерживают все. Ну, извиняюсь, что кашляю, еще не выздоровел. Поэтому можно здесь работать, можно мне здесь зарабатывать. У меня один из риэлторов спросил, вот как ты узнал город, что? Я говорю, ну я потому что двигаюсь, все. Он говорит, ну там бензин, там газ мне надо там. Я говорю, ну возьми, поставь себе программку такси какую-нибудь и едешь на работу, возьми какой-нибудь заказ по дороге сделать. Едешь с работы, тоже сделать заказ. Будешь потихонечку так узнавать город. Да нет, говорит, таксистом работать западло. Ну, что я могу сказать? Может быть, западло. Может быть, не то. Ну, я считаю, что таксист очень ответственная, важная работа. Потому что самое главное, так скажем, заповедь таксиста – это безопасно доставить тебя от точки А до точки Б, при том, чтобы ты остался довольный и рекомендовал, соответственно, его компанию, либо его самого, своему окружению. Это очень важная миссия. И я к таксистам, я отношусь к ним уважительно, 100%. У меня один таксист, конечно, подрезал, вот прям позавчера. Я и на Море-Моле там остановился, там что-то мне там факью показал. Да-да, правильно говоришь, мальчишка, пальчик такой. Ну, я взял, все-таки доехал, подошел на пятачок, посмотрел эту машину, 021 был номер. Там, конечно, там таксистов, наверное, 30 стояло. Я подошел. Если честно, был настроен на конфликт, потому что мне не нравится, как они уважительно относятся к нам дороге. И подошел, говорю, где вот этот водитель? И там подошел, видать, у них самый такой староста или самый старый, он такой, а что случилось? Я говорю, ну, нагрубил, мне показал факью, где он, говорю. Я хочу, чтобы он так вот мне показал, в лицо. Тот парень подходит, молодой, ну, конечно же, не славяне. Ну, а старый, он опытный, он такой, говорит, брат, говорит, никогда в жизни, мы, говорит, нормальные, порядочные, все. Тот, конечно, начал говорить, что якобы он телефон держал, поэтому мне так показалось, и так, ну, все. В общем, извинились, если что не так. Я, конечно, тоже извинился, потому что, ну, зачем я просто так человека буду агрессировать? Ну, факт то, что если бы это было в Орске, я знаю, там в Орске началось бы даже прав, не прав, началось бы Кусалово, там этот всякий выяснять. А здесь они взяли, так вот там толпа их такая большая. Я думаю, ну, все, думаю, сейчас придется вспоминать молодость. Ну, нет, они подошли все нормально, говорят, да нет, говорят, ну, мы здесь работаем, мы наш хлеб, ну, сам подсуди, говорит. Ну, ты сейчас на своей машине проехал, а завтра ты нас будешь вызывать, ну, кого ты будешь вызывать? Ну, поэтому, ну, в общем, так нормально поговорили, встали, так, все. Мне очень понравилось, поэтому кто бы что ни говорил про таксистов, они реально порядочные, нормальные.
Да, там молодой подошел, говорит, парень, извини, если что-то показалось, ну да, там что-то я влез, я был неправ, но понимаю, что торопился на заказ. И я понимаю, с одной стороны, когда ты тоже на заказ торопишься, у тебя там есть 3 минуты, и ты если поставил, за 3 минуты ты должен кровь из носа, но уложиться. И как бы, как вам сказать, ну серьезно, я даже вот сильнее еще зауважал сочинских таксистов, а еще сильнее я зауважал людей, которые работают в сфере обслуги именно в Сочи. Я не хотел про этот момент рассказывать, но я рассказал. Понимаете, вот, ну, я считаю, что они молодцы, ну, они реально клиент-ориентированы. Я думаю, что любой из них, даже если бы работал бы в другой сфере, а не в такси, он везде бы зарабатывал бы. Понимаете? Ну, притом они, ну, таксисты, они стояли, они хорошо, нормально были, опрятно одеты, да, меня уже научили отличать хорошую одежду от плохой одежды, да, вот я там, с некоторой подачи. И я как бы зауважал еще сильнее. Бывает, вот я как-то один раз нарвался на таксиста, он ехал, там все вокруг козлы, все это, да, и, ну, его надо реально ставить президентом России, он так, ну, его послушаешь, и реально, как бы, если он будет президентом, он все сделает, все будет классно, все хорошо в нашей стране, не то, чем здесь некоторые управленцы. Ну, к чему я вам это все говорю? Ну, мне реально, как бы, мне нравится, что я живу в таком городе, где все, так скажем, культурные, где, в общем, есть такое понятие, как клиент-ориентированность, да? Я еще раз повторюсь, я работаю таксистом, я уважаю, я был в этой шкуре, я знаю, что такое. Я руководил службой такси и просто выезжал на линию. И я знаю, как бывает тяжело работать с клиентами, как бывает очень, ну, очень тяжело, да? Вспоминая свой такой день, такой интересный, в общем, жара, я еду в пиджаке, такое все культурно, беру, сажусь, там кондиционер работает, помню, Mazda была CX-5, и тут клиентка: не, с ребенка выключите кондиционер. Я кондиционер выключил, открываю форточку. Форточку закройте, продует. Я еду, у меня вот так все течет такое-то. Они сзади сидят, сзади машина была тонирована, а спереди-то солнце светит, вот это июньское такое, и все. Я, конечно, довез, но я... Блин, хотел прям где-нибудь пересадить ее в машину, потому что еще такой, как назло, долгий путь был, это было в Оренбурге. И я понимал, как все равно и многие водители берут вот так вот и через себя вот так вот переступают, и вот так вот. Хотя вот мне сейчас рассказал брат, что у них там попался ворский таксист, который не включал печку принципиально, и сказал, что за это есть доплата. Я в шоке, как-то за печку включить доплату? Он говорит, едет, все потеет, все, там все замерзает, вот такая штука. Здесь, конечно, такого не вымораживают. Да, цены другие, да... Минимальный проезд 50 рублей, да, еще что-то. Но как бы поездка в среднем обходится где-то 150-200 рублей, да, если чуть подальше, подороже. Ну, я могу сказать, как бы, все равно было бы желание, если зарабатывать, он бы заработает. И самое интересное, что это даже неопытный. Конечно, может быть, если попал бы на опытного таксиста, да, он бы там не сказал, что здесь и как здесь. Но в целом, говорю, мне очень сильно понравилось, не знаю. У меня, потому что моя тема такси, моя больная тема, потому что я очень уважительно отношусь. Я уважительно отношусь к продавцам, я уважительно отношусь к тем, кто работает в сфере обслуги. Я вижу, как некоторые по-хамски себя ведут, как приходится официанту, бармену брать все это, тактично разруливать и все. Даже, ну, тебе даже, ну, я просто поражаюсь. Поэтому, что я могу сказать? Если вы клиент-ориентированы, если вы цените другого человека, если вы уважаете людей, если вам нравятся, в конце концов, люди, вы можете приехать в город Сочи, и вы без работы 100% не останетесь. Да, работа разная, все работы хороши, и инженеры нужны, и продавцы нужны, и токаря нужны, и сварщики нужны. Вот здесь у меня такая проблема была, у меня прораб мой 2 недели не мог найти сварщика, который там на газовую трубу немножко переварил, вы понимаете? Ну, такой аппендикс. Он говорит, блин, говорит, Максим, говорит, если кто-то из подписчиков будет сварщик хороший в Сочи, ты дай мои реквизиты, я его нагружу работой, понимаешь, у меня работы много, все. Он такая штука, он кажется, вроде сварщик, да, и вот здесь очень сильно востребован. Опять же, здесь востребованы кто у нас? Да те же самые кафельщики. В этот раз очень тяжело было найти хорошего кафельщика. Он в этот раз взял, я сейчас попробую вам показать работу, как это все получилось. В общем, специальностей очень много. Если вы своей специальности эксперт, то у вас будет работа 100%.
Если вы приехали, у вас есть машина, то вы без машины, так вот, скажем, без денег вы не останетесь. Другое дело, да, я с вами согласен, много риска, что можно вот там машину поцарапать, можно в аварию попасть, можно. Но это в любой. Можно работать на станке, там, столяру, и лишиться руки или пальца. У меня у пальца, у меня у отца там палец там срезало, потому что у меня он всю жизнь проработал в солярке, потом уже перешел в другую сферу, потому что уже перестал четко видеть вот это там, ну, зрение у них ломается очень сильно, понимаете? Если электрик, может током убить. И то же самое, везде есть опасность, да? Ну, у меня даже то же самое, ну, не знаю, я могу случайно упасть, например, с 12 этажа, когда снимаю видео, могу спотыкнуться, правильно? Я думаю, вряд ли я там выживу. Ну, везде есть. Либо я, когда еду в аэропорт, могу, вот как у меня здесь такая ситуация была, когда попал в аварию, просто в лоб выехал и все. Поэтому здесь как бы все работы опасные, все работы, ну, еще раз повторюсь, просто это требует побольше концентрации, внимания, и, конечно же, все зависит от вас. Я считаю, что вы, конечно, можете со мной сколько угодно спорить, что работ нет, все. Ну, давайте, кто говорит, что работ нет, давайте с вами встретимся и пообщаемся. И я думаю, что я смогу, ну, подсказать по поводу работы. Еще раз говорю, если вы там какой-нибудь там налоговый инспектор, еще что-нибудь, конечно, я не знаю, я в этих кругах не общаюсь. Если вы там какой-нибудь там, не знаю, там кадастровый инженер, там еще какой-нибудь, я тоже в этой сфере, ну, не так, хотя я уже знаю, где требуются вакансии такие открытые, я уже знаю, где-то есть. Поэтому смотрите сами. Я готов вам подсказать, готов вас направить, но я не готов это все за вас сделать, процедуру собеседования и все остальное. Здесь уже должны вы сами. В общем, еще раз хотел огромное сказать все равно спасибо, что смотрите мой канал. Если какие-то вопросы возникают, то как бы я готов ответить. И, кстати, у меня один подписчик все просит про дачи. Сегодня про дачи все узнали, все. И завтра вам, я обещаю, завтра выложу видео, где наш юрист вам все четко по полочкам разложит. Не я буду, а она в рамках закона, она сказала, прям завтра специально там и законы, все. В общем, после завтрашнего видеоролика будет все понятно, как прописываться, зачем прописываться. Я знаю, но сжато. Она вам даст все развернуто. Вот так вот. В общем, если какие-то темы есть интересные, которые нужно озвучить, вы пишите, я с большим удовольствием озвучу. Ну, а сейчас всем спокойной ночи. С вами был Максим, компания «Электросочи». Пока.